Чи була Друга світова війна вітчизняною та які наслідки для України вона мала? Ці та інші питання вивчатимуть учасники історичного форуму у Дніпрі. Більш детально про захід поспілкуємося із радником голови Дніпро-ОДА Юрієм Богдановим. Мої вітання. Здравствуйте. Отже, наприкінці вересня, наскільки я розумію, Дніпропетровщина вперше буде приймати доволі таки цікавий і, можливо, навіть і суперечний формат дискусії, тема форуму. Перше, він прийде 20-22 сентября. Тема форума – Вторая мировая война, украинский взгляд. Это первый такой форум в Украине, особенно проходящий в восточной части нашей страны, который посвящен переосмыслению роли Украины во Второй мировой войне. Мы должны отказываться от советского и откровенно пропагандистского представления об этом событии и переходить к научному, к достоверному, к объективному освещению того, что происходило во Вторую мировую войну в целом и что происходило в Украине в этот конфликт в частности. И поэтому мы после реконструкции диорамы, перед тем, как приступить к реконструкции зала, посвященного Великой Отечественной войне, раньше Отечественной, теперь Второй мировой войне, в историческом музее, решили провести такое научно-информационное мероприятие, чтобы с ведущими историками и экспертами Украины обсудить данную проблематику. Если говорить про тех, кто может завітати на форум, адже запрошення, можливо, прийдуть до багатьох, але не всі. Хтось захоче, хтось зможе. І чи будуть якісь обмеження вікові? Смотрите, форум состоит из трех дней, соответственно, и три разные фактически мини-программы. Первый день – это лекции, ориентированные на учителей истории и учеников старших классов, а также студентов физфаков, которые посвящены освещению Второй мировой войны с точки зрения объективной реальности. Это преимущественно их целевые мероприятия, и мы считаем, что это их целевая аудитория этих мероприятий. Второй день, на который будет открыта свободная регистрация, думаю, это будет сегодня или завтра, то есть 11-12 сентября, соответственно, смогут зарегистрироваться все желающие, прийти поучаствовать в дискуссиях, послушать спикера, задать правильные вопросы. Третий день – это день документального кино, и на него тоже будут прийти все желающие. Единственное ограничение – так мы показываем англоязычные фильмы в том числе, они будут без субтитров, потому что их, к сожалению, никто никогда не делал ни на украинский, ни на русский, они будут транслироваться языком оригинала. Советские документальные фильмы, они будут или по-украински, или по-русски, в зависимости от языка, на котором они сняты. Если говорить про последовательность тематичных дней, почему именно так? Все очень просто, потому что у нас есть три, условно говоря, базовых целевых аудитории. Первая – это научно-образовательная, то есть та, которая преподает историю детям. Это очень важно, потому что в любом случае очень важно избежать заангажированности учителя и заангажированности ученика, потому что история, она требует объективности. Второй день, он разнообразен и он открыт, потому что он посвящен четырем измерениям войны. Первое измерение войны – это семейная и общественная память, то есть как войну помнят в семьях, потому что это на самом деле много важнее, чем то, как его помнит государство. Если пропаганда работает как в России, да, любая память про семью забывается, уступая место памяти государственной. Но у нас не так, слава богу, и это очень важный аспект. Второй аспект – это объективная научная память про войну и ее популяризация. Это вторая дискуссия, и, соответственно, у нее есть своя целевая аудитория. Третья дискуссия – это дискуссия Вторая мировая информационная, как часть информационной войны. Мы обсуждаем это в контексте того, что Российская Федерация откровенно использует Вторую мировую войну как свое оружие, причем грязно манипулируя и перевирая реальные исторические факты. Надо значит этому противостоять. И четвертая дискуссия, она относится к украинской повестке. Это 8-9 мая, как мы эти дни должны отмечать. Потому что есть много споров, европейская практика, советская практика, украинская практика. И мы считаем, что этот второй день, который разнообразен по темам, он максимально должен быть открытым именно потому, что эти вопросы волнуют не только ученых и не только историков, они волнуют очень многих людей в нашей стране. Ну, на продовження тієї теми, яку ви зараз розпочали, зазвичай, взагалі-то, про Другу світову, ну, найбільш часто згадують саме в травні, так? Да. А от чому форум вирішили зробити восени? Можливо, якось це прив'язано до визволення Дніпропетровщини, України взагалі? Є дві причини. Перша, як ви правильно заметили, це дата. 75 років з початку битви за Дніпро. Мы сделали диораму битвы за Днепр, сделали ее, обновили ее полностью, модернизировали.
И это самое кровавое сражение Второй мировой войны в Европе. Надо понимать. И поэтому, да, мы частично приурочили этот форум к этой дате. Круглой дате 75 лет начатой битвы. Вторая причина, еще проще и банальнее. Обсуждать Вторую мировую войну в мае, это погрузиться в поле политики. Потому что в мае Вторая мировая война, она интересует всех, кто пытается пиариться на ветеранах, на лжеветеранах, на памяти дедов, ну и так далее. Поэтому, чем дальше от 9 мая, тем лучше ее обсуждать объективно и реально. То есть, с одной стороны, уже прошло 3 месяца с майских праздников, а до следующего 9 мая еще целых 9 месяцев, и можно совершенно спокойно поговорить про это взросло і серйозно. Але ми маємо дуже близькі вибори і таким чином... Любая демократическая страна живет от выборов до выборов, понимаете? В любом случае, у нас в следующем году, даже если предположить, что там президентские в марте, парламентские в октябре, у нас вообще никаких шансов не будет ни о чем поговорить, потому что там будут сплошные выборы. Они начнутся там в конце осени и закончатся в конце следующей осени, в лучшем для нас случае. Поэтому я думаю, что, во-первых, у нас, слава богу, в дискуссиях не участвуют политики активные, и мы принципиально против участия политиков в таких вопросах, потому что историю должны обсуждать люди, которые понимают, что такое публицистика, что такое объективная реальность, что такое историческая реальность. Политики часто не разбираются в истории, они ее используют в качестве политического инструмента. Это далеко от тех целей, которые мы перед собой ставим. Мы хотим говорить о общественной памяти, о личной памяти, о той памяти, которая формирует память нации. Політики формують пам'ять на 3 місяці передвиборної кампанії. Це нам не дуже цікаво. Добре, давайте поговоримо про стрічки, які будуть демонструватися. Ну, про англомовні таке. Мене більш цікавить російська або українськомовні. Що будуть показувати? Смотрите, ми вирішили зробити такий екскурс в історію і взяти документальні фільми і хроніки периода войны и периода после войны, сразу после войны. То есть мы не берем современные хроники, современные документальные фильмы. Это своего рода, ну, это то, что доступно каждому даже в Ютубе, да, даже в пиратской версии. Мы хотим погрузиться в те хроники, в те фильмы, которые снимали про войну там, в 43-м году, в 45-м году, в 55-м году, когда участники войны еще были молоды. Но идеология там довольно... Да, очень интересная идеология, потому что, просматривая советские фильмы, мы не можем немецкий показать по ряду объективных причин, но мы понимаем, что тоталитарный режим материал всегда подавал как надо тоталитарному режиму. То есть никакой истории и даже хроники там никогда не было. Вот. Так навіщо тоді це показувати? А потому что это, знаете, это как сходить в анатомический музей. То есть зрелище может быть малоприятным, но ты хорошо понимаешь, как тебе промывали мозги. Потому что сейчас уже эти фильмы, даже для людей не сильно следующих в истории, они выглядят очень манипулятивными. Но их надо напоминать. Потому что у людей, возможно, родятся правильные аналогии с современной российской пропагандой, которая действует теми же методами на самом деле, даже более топорными. Потому что советская пропаганда, она все-таки базировалась на искренних убеждениях этих людей. Они в это реально верили. Ну, многие авторы верили в это все. Если мы покажем, как делается документалистика на Западе, в свободных странах, где это история, и где она делается в Советском Союзе, где это чистая пропаганда, я думаю, у многих будет хорошее сравнение. Ну добре, залишилося 30 секунд. Запрошуйте усіх хочих відвідати форум. Де Що ж, і коли? 20-21 сентября і 22 сентября. Історичний музей, 8-й зал. Регістрація буде відкрита на сайті облгосадміністрації і також в Фейсбуці. Приходіть, ми вас всіх чекаємо. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Спасибо. Ну, глядачам 9-го каналу нагадаю, що ми спілкувалися про перший історичний форум у Дніпрі зрадником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрієм Богдановим.